и на море. Рыбак стоит. Поза израильского рыбака. И пластиковая банка, вырезанная. Тащит, нет? Все, не клюет, пошел домой. Так, там у нас получается конец Израиля. Такие, очень длинная территория морского побережья, пустая, дикая для рыбалки. Тоже рыбаки сидят, отдыхают. Сейчас мы поедем дальше на мое место. В принципе, недалеко. Оператору отдадим камеру. Температура у нас 28. Время у нас 10:51. Кнопки не нажимаем. Держим в руках. Перестегиваем ремень. Кузов поднят, я на всех машинах поднимаю кузова. Да, видимо, будет все трясти. Ну, будет трясти, ничего. Крайние дома Ако. Да, Ако расстроился. Да. Такой массив построили большой. Сюда тоже очень много рыбаков на этом рифе. Но мы едем на другой риф. Пустые камни торчат. Вот это мой риф, на котором я люблю рыбачить. И кальмара, и хищника. Там вот стоит рыбак.
вдалеке Хайфа, но сейчас такая пыль идет, ничего там не видно. Тут, в принципе, такое побережье, покупаться и отдохнуть. Тут песочек в перемешку с рифами, ну нормально. Хорошее побережье. Там стоит рыбак. Какой-то Абдул ветром меня сдувает. Не могу приблизить. Зафиксироваться как-то. Дэвин. Все. Сейчас заедем еще на другое место, засниму в самом городе место. Это такой коротенький будет ролик, и там в городе еще засниму, еще один ролик будет. Все, всем удачи, шалом.